Добро пожаловать в игрушку Фасмофобия. С вами канал Алекс Плей, Кирилл Парадокс, Пеппер Плей. Мы с вами играем на ферме. В общем, взяли новые предметы. Я взял инфракрасный датчик света. Также датчик движения мы купили. Да. Дорогая довольно-таки штука, но... Инфракрасных у нас два. Вот. А, инфракрасных два, то есть это что-то другое. Так, ладно, я есть, нет, ты взял датчик движения, а инфракрасный это вот он. Так, серенький. Берем камеры, потому что камеры надо... Да. Пойдемте расставляться, берите все, что ставится сначала. Так, в общем, мы также сейчас отключим Discord. Да. И будем в игре общаться. Угу. Так, фонарик взял, а что я еще не взял? Что бы еще взять такое? Я уже вырубился. Так, ну все, погнали. Наша задача маленькая, поставим определить призрака, а изгонять его уже будут там другие. Второй экипаж приедет. Возможно, это будет вторая игра от разработчика. Фасмофобия 2. Прикольно. Да-да-да. Изгнание. Ghostbusters! Ой. Было бы здорово. Так. Я бы хотел поизгонять демона. Вот это, мне кажется, была бы классная игра. Так, ага. Вот, давайте я здесь поставлю. Вот, чтобы коридор видно было весь. Подожди, а... Оп, поставил, все. Здесь не ставьте, а как? Здесь стоит. Как работает блокнот инфракрасный датчик, кто-нибудь знает? Знаю, не поставить. Я понятия не имею, надо пробовать. А, подожди, я тоже, мне я кажется, движение взял, по-моему. Мне кажется, надо поставить, смотри, допустим, я сюда ложу я его. Я вот этой комнате, может быть, положу блокнот пока что. А ты на правую кнопку его включи. Подожди, я дай включу. Пробуй. Не включается. Он вообще ничего не включается, он я просто кидается. А? Да, странно. Вот тут, в этой комнате, если что, пока один блокнот положила, если что. Так хорошо. Сейчас, давай сюда еще датчик пихнем. Подожди, а может он на стены ставится? Да, он на стены ставится, Алекс. А, во. На стены? Понятно. Да. И он светится, по идее, будет. Его знаешь, как надо на дверь ставить открытой и куда-нибудь его поставить, чтобы видно было, если светится. А куда светится, камеры будем ставить? Во. У меня одна вот есть. Так. Все, я вырубаю. Подожди, у меня-то инфракрасный. Видишь, он светится? Смотри. А, да-да-да, смотри. Ну-ка. Видишь, он светится? Смотри, у меня другой оп. Датчик. Вот смотри, я рядом, допустим, сюда поставлю, смотри. Оба. Видишь? А у тебя какой, Ксюша, вот этот датчик? У меня инфракрасный. О, вот, загорелся! Загорелся, и что это значит да. Зеленым? А теперь ой. Красным. Смотри, в общем, убери я свой. Камеру поставила. Вот здесь, хорошо. В каком-то напротив этого блокнота. Мой работает то, что когда мы ходим, он ститься начинает. А твой... Он, по идее, звук издавать, что ли, должен? Давай в другое место поставим его, забери ставь, его. Ставь другой. А, ну давай я, ладно. Пойдемте, следующее. Так, я пока тебе... Я сейчас скажу, двери что там не мы закрывайте. Не взяли. Я фургон забрать, что там еще вот поставить. Сюда я поставил. Угу. Приборы-то у нас есть, но вот пользоваться-то мы ими не умеем. Ребят, пишите в комментариях. Ну, только датчик движения, только понятно. Ну да, датчик движения, видимо, он запищит как-нибудь, что-нибудь это будет отреагировать, да? Так, я пошел еще за расходниками схожу. А вот инфракрасный датчик света. Он тоже как-то... Камера включена, вы поставили? Он как-то уже реагировал. Это что, скрипнуло сейчас? Ну, это, наверное, пол, мы ходим же. Ну, ладно. Первые 5 минут он все равно не появляется пока что. На 10 уровне он будет появляться уже через 2.5 минуты. Я несу еще один блокнот и камеру. На второй этаж вот. Надо, наверное. Да, надо расставить сейчас это все дело. Вообще ничего нет. Саш, пойдем на второй этаж. Так, сейчас я в фургончик. Ты боишься одна? Да. Ты что, реально? Я думал, ты пошла. У меня что-то со звуком. Мне надо снова зайти и выйти. Расходники закончились, тут все поставили. Берите предметы. Так, ну пойдем. Кстати, а может с ультрафиолетовым фонариком связан как-то вот этот датчик? Непонятно. Так, ладно, я не пойму, как он работает. Пока надо найти призрака. Сколько там минут? Кто посмотрел время? Поставим. Кто время посмотрел? Я не видел. Сейчас скажу, сколько осталось. Минута 20 осталось. Сейчас он будет активничать. На улице 20 градусов на улице, нормально так. Как скрипит. Ой. Это мы ходим. А вот там нет что-то за дверью. Минус 11 вот тут, слушай, было.
Тут минус один, вот где я стою? Минус 9, минус 11. Так, вот, я тут на свет поставил еще один датчик. Давайте, знаете, как его? Значит, понятно, это здесь надо что-то устанавливать. Он запищит или как он? Сейчас какая температура? Он не запищит, он светиться начинает, когда кто-то ходит. Даже на нас реагирует. Видишь? Хоп, загорелся. Я думаю, датчики движения здесь нужно... Здесь камеру поставить? Слышите, нужно камеру ставить прямо на датчик движения, чтобы смотреть. Мне кажется, что может в кадр быть... О, нифига, тут комната движения большая. Смотрите, я тут поставила камеру. Чердака что-то. Ну да. Че, я общаюсь с ним, да? Пробуй. Как его вообще зовут, мы не посмотрели. Так, а где в блокноте смотреть? Кнот здесь положу, вот сюда. Может, ответит? What's your name? Ой. What's your name? Are you here? What's your name? Where you are? Are you here? Да блин, не включили камеру-то, не включили, ребята. Поставить-то поставили, а не включили. Так. А кто свет выключил? Вы? Пробки вырубила, потому что... Много-много... Много понавключали. Слушай, ну я не знаю, датчик движения на меня не реагирует. Я не знаю, как он работает. Это надо это движение? Барбара Мартин. Барбара Мартин? Да. Вот тут, ребятки, минус 11. Где я иду? Ну, наверху. ИДС есть у тебя? Нет, тут нормально, тут тепло. Да, есть. Не, ты его не... А, видите, холодно, пар изо рта? Причем да, это... Где-то этот... в коридоре. Здесь, в коридоре. Ставьте, в коридоре. Ставьте улику сразу, улику. Минусовая, да? Слушай, по-моему, вот... В эту комнату тащите все Нет. Нет, ребят. Я дальше прошел, он реально в коридоре. О. А почему нам писали, что он в комнате, если он в коридоре минусовая, а в комнатах нормально? Я хрен знает. Я предлагаю нас датчик движения тут запутать. Поставить и встать в комнате. А вот, подожди, сейчас минус надо было. Камеру тогда. Она нестабильная какая-то, заберу, смотри. Коридор поставлю. Сейчас. Вот я сюда иду, минус 9. Выхожу в коридор, 15. Стой, смотрите, я сейчас в коридоре поставлю этот датчик движения, а мы в комнату зайдем, будем смотреть. Давай, да, ставить куда-нибудь сюда. Вот, давай вот тут, сюда. Тут холодно, бахну. Да, в коридорчике холодно. Все, идите сюда, идите сюда. Ребята, куда камеру поставить, а? Не знаю. Штатив бы хорошо. Тут столик есть, не знаю. А сюда не ставишь? Сейчас мы просто вперед свалим отсюда и посмотрим, будет ли движение. Барбара Мартин, give me a sign. Ну типа все-таки датчики надо ставить на, чтобы камера их захватывала. Потому что мы не поймем, она на нас реагирует. Так. Вот смотри, я вот так, сюда смотрю. Так вы стойте и смотрю, смотрите. Вот я сюда смотрю, минус 11. Вот. Это куда я посвечу, где? Видимо, да? Вот тут нормально. Вот тут минусовая. Именно в коридоре. Но датчик там не светится в коридоре. В коридоре вообще ничего не светится, видите? Сложно определить. Вон он стоит. Барбара Мартин, give me a sign. Are you here? Это на нас он сактивировался. Are you here? Ну, сейчас нормально. Барбара Мартин. Минус. Вот give тут минус. Me sign. Почему-то вот тут минус именно. Вот сюда надо камеру поставить. Со штативом было бы здорово. Я поставила вот сюда, Саш, нас тут на полочку. И вот не включила. Хотя бы так, я не знаю. Забывайте включать. Я включил. Should we leave? Барбара Мартин, should we leave? Can we help? Барбара Мартин, give me a sign. Так, пойду прочекаю, наверное, камеры. Быстренько посмотрим. Так, сразу первая улика — это минусовая температура. Минусовая температура есть. Отлично. Сейчас мы быстренько определим призрака. О, активность, кстати, была. Ребят, меня слышите? Активность большая. Слышу, Саша, там телефон зазвонил, я подпрыгнула на месте. А что ты сюда идешь? Так. Активность большая. Там телефон звонил. А, кстати, Ксюша, посмотри сюда. Вот они, датчики. Вот датчики здесь отображаются. Вон Кирилл ходит. Видишь? Снизу. Да, да. А, может быть, и не Кирилл, может быть, и не Кирилл.
А датчики звука мы ставим? А что за датчики звука? Подожди, но он зеленый. Что значит, почему он зеленый? Не знаю. Так, в какой-то комнате. В комнатке маленькой поставили. Датчик, видимо, движения, да? И он зеленым. А где второй? Вон Кирилл туда идет. А он на датчик смотрит? А не знаю. Я просто смотрю, ауры могут быть или нет. Тебе хоть показать, если они будут, конечно. Так, Кирилл, я пойду, наверное, пока что это... С Кириллу помогу. Ты хочешь тут пока поставить? Вот он, наверное, орёт. Где? Да я думаю, нормально все. Вот, Саш, аура! В смысле аура? Иду. Где? Вот они, видишь, такие штуки, вон, белые такие, как это шарики пар, такие. Это пар, сейчас, может быть... это не аура, это пар. Это пар это от него. Это пар? Да, это не, это точно подожди, не аура. Подожди, но он ходил, не было же, ну, когда он ходил. Так, пойдем. Ксюха, а тут, Ксюха! Я не знаю, это глюк или нет, но рядом с фургончиком минус только что был. Да, может это глюк какой-то. Ну сейчас подожду, ну в принципе за Кириллом пары. Если я буду без него, то будет понятно. Так, ну что ж. Барбара Мартин. Are you here? Я задолбался ее звать уже. Ну она явно на втором этаже, слушай. Can we help? Барбара Мартин, can we help? Так, а, датчик. По-моему, она появилась только что сзади меня. Серьезно? Ты на втором этаже? Ага. На втором. Топот был сильный. Я повернуться не успел. Так, а где все наши датчики? Куда мы их унесли? Наверх? Барбара Мартин, can we help? Барбара Мартин, give me a sign. О! Это что? Это я радио включил. Барбара Мартин, give me a sign. Я так понимаю, если она будет рядом с радио, будут какие-то помехи, да? Более сильные. Или, возможно, она как-то ответит нам через радио. Но она явно уже активна и где-то. Позови ее там. Слушай, ну тут нету смысла смотреть. Почему радио играет? Это Саня включил. Пойдем сходим, пожалуйста. ЭДС, я ЭДС. ЭДС бросил. Пойдем. Давай, ты первая. Я камеру лучше возьму. Ты реально боишься? Барбара Мартин, give me a sign. Да камеру наверх поставить. Барбара Мартин, give me a sign. Да я не буду больше с тобой ходить, я лучше одна буду. Так. Сейчас камеру can поставим. We help? Вот так, я думаю. Где она падает? Барбара Мартин. Give me a sign. Give us a sign. А, дурацкая камера падает. Положила блокнот. Так, все, я поставил камеру. Барбара Мартин, give us a sign. Минус 10, тут прям вообще холодно. А у кого фонарик, ребят? В смысле? Никто не брал? А, на полу, наверное, в фургончике. Барбара Мартин, а вот, а чего вы молчите? Кто фотоаппарат сюда взял? Кинул на пол. И молчал. What should we do? Кто-то взял фотоаппарат и выкинул. Should we leave? Так, тут... О! О, все появляется. Сейчас будут появляться. А, у меня! У тебя? Бабка! В коридоре была. Ребята, она за мной! За мной! Ребята, прощайте! Все, пока! Блин. Все живы? Алекса съели. Капец, быстро погибли. И только обнаружили, что
что минусовая температура. Одну улику только обнаружили. Зачем эти датчики нужны и стоит ли их брать? Я не знаю, ребят, пишите в комментариях. Я взял инфракрасный датчик света. Нужен он или не нужен? И зачем он нужен? Пишите в комментариях, кто знает хорошо. Будем пробовать. Ну, взяли, а толку нет. Да, надо было на втором этаже расставлять. И именно вот в коридоре. Писали в комментариях, что она в комнате в основном появляется, нужно в комнате реагировать. Нет, не только в комнатах, ребятки. В коридорах тоже она бывает активна. Потому что минусовая температура именно была в коридоре. То есть она здесь ходила, именно поверху в коридоре. Вот отсюда она вышла и как раз таки меня убила. Я, наверное, слишком долго промедлил, если бы я сразу побежал. Если бы я сразу побежал в эту комнату. Тут можно было, в принципе, помансить, покрутиться. ЭДС! ЭДС! Уходи! О-о-о-о. Понимаю. ЭДС работает. Уходим пока что. Обнаружили уходим. Они улику. Да-да-да, давай-давай-давай. Я дверь держу. Обнаружили вторую улику ЭДС. Смотри, так. Получается, смотри, ставим ЭДС, минусовая температура. Да, две улики есть, им еще нужно одну смотрим, улику. Смотрим, что там третье, так. Найти, и тогда можно валить, и они победят. Фантом и банши. Либо фантом, либо, давай либо фантом, либо банши. Призрачный хаур, там как-то влияет. Призрачный хаур я не видела на камере. Ну сейчас еще раз, фантом и банши, сейчас описание почитаю. Мне кажется, банши все-таки. Пойдем еще, я с ультрафиолетом похожу. Подожди, подожди, подожди. Банши боятся распятия, короче. Сейчас еще почитаю. Смотри, банши распятия боятся. Если Кирилла не убьют, то а если это фантом? Вообще фантом это банши. Ну, я, по крайней мере, по камерам. А если убьют, то это точно не банши. И тогда потому Ксюша что может надо, определить. Потому что нам надо, понимаешь, посветить. Я ультрафиолетом там поблизости посвечу на двери. Если будут отпечатки, то какой-то другой, ну, уже, видимо, они определят, какой призрак. У фантома аура. У фантома аура. Барбара Мартин. Вон она! Вон она! Твою мать! Я ее видела! Появилась. Она испугалась, да, Креста? Я правильно понял? Да! Возможно, Креста испугалась. Стекло! Все понятно, это банш, походу. Пока! Так, ну все, они определили, что это банши. Она появилась и исчезла, потому что у Кирилла был зашипела крест. Такая. Она прям перед лицом. Я видел, так, ну, я сейчас, видел. Сейчас, а давай еще раз, ребята. Давай еще раз. А, нет, боже мой, я тоже хочу. Пойдем, посмотрим. Да давай, нет. Надо страх перебороть. А если убьет? Капец, ребята, мы тоже хотим поиграть. Смотри, возвращаются. Там за страховку платят нормально. Хотят точно уже определить. Барбара Мартин. Hello. Могли уже hello. Барбара Мартин. Слушай, сходим, интересно, а на меня датчик... Не, на меня, видимо, пойдем. Датчик движения не влияет. Его можно ставить, видимо, в конце коридора и наблюдать, да? Светится или нет. Ну, в общем, кто знает, еще напишите, ребят, как это работает. Но она была в коридоре, я был прав, ребят. То есть не обязательно в комнате искать. Она может быть как в комнате, так и в коридорах. Пойдем в следующую комнату. А тут... Нет, тут ее нет, она в коридоре. 100%, потому что только там была минусовая температура. Я в каждую комнату зашел, не было минусовой температуры. А вот именно в коридорах, и когда я светил в коридор, там была минусовая. Give me sign, give me sign, Barbara, thank you, thank you. My girl, о, свет. Подожди, ты от нас? Нет, видишь, не двигается. Вот отсюда-то, подожди. Вот тут только, она тут была только что. А! Опять, пойдем, опять тебе пар изо рта. Ну вон, пойдем. Значит, она пойдем. Где-то здесь. Барбара Мартин, hello, give me sign. Give us a sign. Сейчас слушай, она кого-нибудь убьет, ребята добалуются. Причем могут Барбара Ксю Мартин. Убить, hello. Уэна будет переживать, потому что она ну, бомбить, она же хотела, ходит, хотела свалить, пожалуйста. Она хотела свалить. А Кирилла, я уверен, вернуться. Барбара Мартин. И был бы фейл, если бы ее убили. Пойдем. Но отпечатки они не обнаружили. Барбара Мартин. Я думаю, что-таки она это банши, потому что она креста испугалась. Она появилась и тут же исчезла.
Кирилл тоже ходит с крестом. Я думаю, ему нужно убрать изначально крест, убрать, а когда она появится, нужно достать, мне так кажется. Со стороны всегда виднее. Я сейчас смотрю со стороны, Кирилл ходит, конечно, с крестом, и она не появляется. А, нет, это ее признак. Возможно, если бы он убрал, то она появилась. А, нет, смотри, появилась! Ой, тихо, тихо, тут был. Ёпта, а вот этот ответ не поможет. Она дверь, кажется, закрыла входную, ребят, есть. Я слышал, как будто бы дверь кто-то закрыл. О, сейчас зажмет их. Ну все, минус один еще. Сейчас она кого-то нас убьет. Пойдемте, мы уйдем отсюда, пожалуйста. Слушай, по-моему, она дверь закрыла. Я слышал, как будто бы на ключ. Как будто бы звонок... Замок повернулся. Они даже не посмотрели. Да, закрыто, смотрите, видите? Закрыто, они даже этого не поняли. Они не поняли, что она дверь закрыла. Я прям не уверен, отпечатков нет. Это я не вижу двери, потому что я призрак. Ну, смотри, они сейчас не смогут выйти. И ауру я тоже, понимаешь, не видела. Они открыли. Нахрен. Что делать? Сзади, сзади, ёб мать! Вон она, сзади! Вот она! Уходи, она сейчас там дверь закроет. Не, она его не трогает из-за креста. Сейчас, подожди. Ты отпугнул крестом? Она его не трогает, потому что у него крест есть. Не, ну ребята, конечно, блин. Ну, призрачная аура. Давай, Ксюша, иди на камеру, последний раз я призрачную ауру проверю. А, боже мой. Ждем только ее. Можно поставить другую какую-то... Давай камера на первом этаже. А я прям на втором буду ходить. Под камерой. Активность есть. Ой, кстати, могу смотреть камеры. А второй раз я не мог наблюдать. Ну-ка посмотрим. Все-таки она появляется. Слушай, ну она сразу исчезает. Потому что у Кирилла крест, она появляется и тут же исчезает. Все-таки Кириллу нужно убрать крест, чтобы она лучше согрелась. Ксюша, смотри! Фонарь мелькает. Активность 10. А призрачной ауры нету, но видно вот этот, видите, холодок изо рта. Вот этот пар. А, вон! Но это не, это не призрачная аура. Она прям с перцом, она... Вон она. Кирилла убили. Стоит вся, какая... Слушай, крест ее не испугал. Тогда это не банши, это получается. Летает. Ксюха одна осталась. Получается, методом исключения это не банши. Он рядом пролетел, это, да? Ты слышишь меня? Алекс. Ты меня слышишь? Алекс, это ты? Это я. Чего вы так, Алекс, долго? Ты слышишь меня? Да вот он, я вижу тебя. Алекс, я тебя не... Ты слышишь меня, да? Я тебя слышу, да. Пойдем. Странно, что он меня не слышит. Что-то говорит Ксюша. Кирилл! Так он же умер. Кирилл! Она что, не поняла, что Кирилл умер? Он же сказал, что он умирает. Кирилл! Ксюха, она его убила. Все, поняла. Так он же сказал, я слышал Кирилла. Странно, что Ксюша не слышала. Ей сейчас нужно сделать выбор и уехать. Блин, интересно, были следы одна. Или нет? Ксюха, делай выбор и уезжай. Делай выбор и уезжай. Это не банч, методом исключения. Это точно. Методом исключения, давай, сделай. Ладно, это поставлю, наверное, в банч. Да, Ксюша, правильно, давай. Почему банши-то? Наоборот, он же на Кирилла напал, получается, что это не банши. Все, уезжай, уезжай. Ситуация. Банш или фантом, пусть будет банш. Слушай, мне кажется, это фантом, потому что таки он напал на Кирилла с крестом, ну не знаю. Посмотрим. Я думаю, это был фантом. Кирилл меня видит, но не слышит, очень тоже странно. Ну-ка. Welcome back. There's some jobs ready for you. И самое интересное, интригующее. Фантом, да! Я же сказал, что это был фантом методом исключения. Я был прав. Я бы забрал куш, если бы я там был. А цели никакой. Просто страховка сработала. 50% вернули. Ни улики, ни фотографии, ничего нету. Цель 1, 2, 3, просто ноль. Полный ноль. Но мы зарабатываем опыт.
У нас уже почти 7-й. Продолжаем играть в Фазмофобию. С вами канал AlexPlay, PaperPlay, ParadoxPlay. Наша задача — определить тип призрака, найдите комнату с температурой ниже нуля, сфотографировать грязную воду в раковине и обнаружите призрака при помощи датчика движения. Ну что ж, попробуем это сделать. Патриция Уайт. Вдруг он с нами поговорит. Я пробую камеру пока установить, но что тебе? Опять этот гул. Свет можно включить в некоторых комнатах. Если призраку нужно, он все равно выключит их. Да, блин. Да, раковину тоже надо. Да, воду запускайте. Да, я везде запускаю, ага. Так, отлично. Давайте пока здесь поставим. Так, камера. Пока что так будет. Ну, будем тогда искать отпечатки. Как я мог фонарик забыть? Причем я его купил, а взять забыл. Там же надо будет еще добавить. Там отдельно плюсик нажать. Я забыл это действие сделать. Мы пока камеры расставим. У нас еще сколько времени? У нас еще 4 минуты. 3:50. Поэтому сейчас быстренько это все сделаем. Начинается. Пойду включить. Слишком много света, да? Справа, прямо и направо. Пока что вот. Не, это подвал. Подвал. У нас 3,5 минуты, так что он. Вы его не увидите. Очень темно. О. Так, это склад. А все, я включил, подожди, внизу работает все. Внизу все хорошо работает. Доски вообще я не нашел. Чай, значит, это не фантом. Или кто там разговаривает с очередным? А там несколько, там не один фантом. Mm-hmm. Слушай, может быть, это и есть как признак? То есть, если доски нет нигде, то это по-любому не тот признак, призрак, который разговаривает через призрак. Не знаю, надо подвал еще проверить. Ну да, я думаю, так оно и есть. Ну, ты можешь просто видишь, что, да, ты можешь так подумать, но доска, возможно, она была. Так, ну, комната маленькая, я даже не знаю, зачем нам эти 5 минут, мы можем быстренько все это расставить. Мы уже, в принципе, подготовились и ждем нашего призрака. Доски нигде нет, блин. В комнате еще камеру поставить надо. Кстати, можно где-нибудь вот здесь поставить. Да, вот так вот в эту комнату тебя смотрит. А может, доска появится через 5 минут только? Так, две камеры есть. Да не, мне кажется, доска сразу появляется. Ты, Ксюш, пока книгу куда-нибудь поставь, приготовь. Все, у нас есть 5 минут, чтобы все успеть расставить. Давайте я крест возьму, наверное. У меня, в принципе, предметов-то и нет. Возьмем радио. Или давайте пока что поставим на радио. Возьмем инфракрасный датчик света. И куда-нибудь прикрепим его. Постараемся прикрепить рядом с призраком, когда мы узнаем, где он. В какой-нибудь комнате. Сколько там времени осталось? Давайте вот в этой комнате. Гоф фотоаппарат. Что такое? Ребята! ЭДС! ЭДС! Отпечатки, отпечатки, ставьте ЭДС и отпечатки. ЭДС! И отпечатки ставьте. Саш, ЭДС чуть-чуть на одну, правда, на одну работал. Знаешь, в том направлении. О, да, отпечаток. Пойдем, сходим, пожалуйста. А куда? Ты где? Я не знаю. А почему 5 минут еще не прошло? Почему уже начинается? А, или он нас не убьет? То есть мы можем его уже выследить, но он нас не будет убивать. Ты знаешь, что я на входе там стояла? Да, и... пятерка активность была, и дверь за мной почему-то потянулась, я ее успел открыть. Подожди, знаешь, пойдем покажу, где у меня это. О! Что? Че это? Свет мигнул.
Подожди, по градусникам сколько у тебя было? Ну-ка, я сейчас сюда встану. Сейчас. Нормально все по градусникам. Слушай, нам осталась последняя улика. Вот здесь я стояла, и на одну ЭДС работал, сейчас не работает уже. На одну лампочку. А что, вы две улики уже какие-то нашли? Так я же кричал. Отпечаток и дальше. Я не слышал, я в полигоне был. И отпечатки прям там отчетливые был на двери. Отпечаток и датчик ЭДС. Вот здесь. Иди покажи, Саша. Вот тут, по-моему, был, да, отпечаток? Вот на вот этот вот шкаф. Вот этот вот, или что это? Вот. Вот ой, ДС, ребят, тут работает, вот здесь прям причем работает. Он вот, открывался вот, с двух сторон. С двух сторон открывал. Смотри, давай закрою, покажу. Ребята, ага. ребята. Да, сейчас, Ксюш, что-то отпечатки, подожди, да. Иду. А все, на три сейчас был и пропал. Скажите, пожалуйста, у кого фотоаппарат? У меня. Был и пропал. Все, теперь не работает. Ищем, нам надо грязную воду сфотографировать. Он перемещается, судя по всему. Ред, у нас по зданию грязную воду надо сфотать. Ну мы ищем. Еще не появилось. Ой, начинается. Кто она там, Патриция Уайт? Хоть какой-то фонарик у меня. О, Патриция Уайт, да? Патриция Уайт. Are you here? Патриция Уайт, are you here? Это мы воду включали. Так, вода чистая. Но вода я пойду, наверное, возьму диктофон. Она, в принципе, может пообщаться со мной через диктофон. Активность, в принципе, нормальная у всех. По 78 пока что. Ничего такого странного не было. Датчик звука. Датчик 1, 2, 3. А, кстати, вот датчик звука. Видимо, вот поэтому надо распознавать, да? Я поставил датчик звука. Нужно определить, в какой комнате. Когда мы определим, в каком комнате, я поставлю датчик... А, у меня датчик света, получается. У нас нету датчика звука. Окей. Давай помониторим немножко мониторы. Может, какую-то активность увидим. Ксюша уже здесь. Так. Чего? Я только стал мониторить, ты уже здесь. Конечно. Тогда я пошел туда мониторить. Ты что там не делаешь? А? На смысл вдвоем просто за монитором стоять. Ты наблюдай там. Так, что у вас происходит? Нужна еще одна улика. Прикол в том, что ребята меня могут не услышать. Потому что они в фургоне. Are you here? Патриция Уайт. О, вырубила. Патриция Уайт. А, ну это я, видимо. Включил. Свет? Я дал свет. А, чё? Are you here? Алло. Патриция Уайт. А, Кирилл, у тебя, да, если чё, фотоаппарат? Да. Так, фигово без фонаря. Патриция Уайт, Патриция Уайт, give you a sing. В блокноте нарисовала. А, чё? В блокноте где? Да, всё, это ревенант. Ревенант? Покажи датчик блокнот. Датчик ЭДС, отпечатки и блокнот. А датчик ЭДС у тебя на сколько реагировал? На 3 где-то, максимум. Это вот, смотри. Вот сейчас на 2. Подожди, это она нарисовала? Да. А что это значит? Это по-любому что-то значит? Надо загуглить. Не знаю. Обычно писали что-то там. Обычно писали, да, смотри. ДС-фото. Значит, у нас еще задание сфотать грязную воду. Может быть, сфотаем? Да, она погрязнела там вообще, поржала. А тут только одна раковина? Не, несколько. Блин, вода-то чистая. Чистая. Как эта штука работает? Она то зеленым, то красным светится. И ну когда подходишь, она зеленым светится.
Когда что? Когда подходишь, она зеленым светится. А, да? Вот, ну я подошел. А, да, смотри. Вот. Отошел. А, ну это типа издалека. Издалека мониторить. Да-да-да, слушай. А датчик движения вы поставили? То есть она, видимо, на призрак тоже будет реагировать. Патрисия Уайт. А где вы его поставили? Пока чистая вода. Зачем вы его сюда поставили? Надо, куда, надо куда? Вот это, в холл, ну, где в коридоре, камера стоит. Да? Ну, да, ты смотри, где датчик сработал. Ребят, тут сейф есть. Ключ зеленый, кто взял? У меня есть ключ. Открой сейф, попробуй. На мышку или еще что-нибудь? Ничего не происходит. Нет? Но... А ты в руки ключ взяла? От чего-то явно этот ключ. А как в руки как ты возьмешь? Как его брать? Он не берется. Но он же подбирает. А, он не подбирается? Он нет, включенный он подбирается, ключ, да, точно. Но не в инвентаре. Да-да-да. Патрисия Уайт. Слушай, она тут насидела везде. Вот еще, смотри, отпечаток она тут была. Ага. Так, ну все, давайте договоримся. Фотоем грязную воду и сваливаем. Улика третья получается... Запись в блокноте. Датчик ЭДС, отпечатки и запись в блокноте. То есть призрак у нас ревенант, ну да. Это 100% ревенант. Патрисия Уайт, give me. Интересно, и иероглифы нарисовал нам. Первый раз такое. Это явно же что-то значит, да, но мы это не знаем. Это типа, если вы загуглите, ребят, то вы поймете, что это. Может быть, это... Он что-то нам хотел сказать. Может, то, что мы все умрем? Ну вот тут неудобно. Датчик движения стоит. Хотя, в принципе, видно. Что-то долго он не появляется. Патрисия Уайт, give me a sign. Патрисия, give me a sign. Give you sight. Give me sight. Патрисия Уайт, give me sight. Патрисия Уайт, give me sight. Give me sight. Hello. Hello. How are you? How are you? Патрисия Уайт. Алекс, она у тебя только что здесь прошла. В смысле? Только что вот тут она была. По датчику движения я увидел. Ребята. Она в ту сторону. Ты видела ее на камере? Ты на камере ее видела? Нет, я засчитала задание определить с помощью датчика движения. Ну за вот, что она здесь я говорю, она вот только что прошла за Алексом вслед. О, ответила? Да-да-да. Скажи что-нибудь. Скажи, what is your name? Скажи, what is your name? Она тебя тоже слышит. What is your... Слышала? Kill! Ой, ну нахрен! What is your name? Ну-ка еще раз спроси, Кирюк. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Джейн! Джейн сказал! Джейн! Джейн! Какая Джейн? Если это не Джейн, это Патриция. Джейн! Она Джейн сказала. Джейн. Да. Это Джейн. Джулит. Джулит, она сказала. Джулит? F? F? F, тупо респект? Это нам? Hello! Прис F! Hello! Она разговаривает с нами! Подожди, так это другая улика! Hello. Она с нами разговаривает! Другая улика! Hello! Так вот... Подожди, сейчас выберу... Что он говорит? Scary! I'm scared! Scare. Паник. Паник. Я его разозлил. Подожди, датчик движения. Алекс! Алекс, ходи! Куда? Алекс! Он подживет, сука! Маленький! Беги! За тобой! Он маленький! Фотой! Я минус! Фотой! Я сфотал, Алекс, я умер! Я валю отсюда! Она маленькая такая была! Капец! Я сейчас...
боже мой, боже мой. Кирилла убили, она маленькая такая была, капец, ё-моё. Не страшно. Так, значит, надо выкинуть что-то. Ребята. Выкидываю. Что случилось? Кирилл умер, она такая маленькая была. Я первый раз такого вижу призрака, маленькая. Давай еще раз проверим воду в раковине. Как будто бы какая-то школьница. А все, уже у нас фоток нету, Кирилл все израсходовал. Так, давай посмотрим. Посмотри фотографию, Кирилл фотал ее. Вот Кирилл фотал, но блин, не полностью. Иди сюда, на улицу. Только а, ноги. А, давай на улицу. Не-не, надо поагрить. Ксюша, зачем он тебя фотал? Он только фотографию потратил. В фургоне тебя фотал. Я на фотографии не вижу, ничего, просто какой-то диван и все. Так, значит, отпечатки. Запись в блокноте пожалуйста. Точно. Сейчас она тебя там запрет. Отпечатки. Выйди. И. Саш. Да я слышу тебя прекрасно. Она сейчас, да она сейчас запрет и все. А. И... Может, смотри, отпечатки. Может быть, это дух? Запись в блокноте это 100%. Отпечатки 100%. И да. Диктофон. Диктофон. Это дух. Значит, это дух. А почему ДС работал тогда? Насколько у тебя работало ДС? Ну, где-то деление на 3, наверное, максимум. Ну, может, это недостаточно, надо, чтобы на 4 или на 5. Давай дух это будет. Ну, давай, все, уходим тогда. Капец, это было крипово. А давай прочитаем описание духа, потом это про дух. Задание только одно. Сфотографировать грязную воду не получилось. Найти комнату с температурой ниже да, нуля не получилось. Да, они чистые были. А температуры не было ниже нуля? Кто следил за этим? Не знаю. Так, ну, видимо, не было. Я думаю, не было. Это был уже так, другая. Дух – это наиболее распространенный вид призрака, однако они тоже сильны и опасны. Как правило, духов можно обнаружить в районе охоты вскоре после необъяснимой смерти на территории. Особые качества нет, слабые стороны, дым от благовония обезоруживает призрака на долгое время. Блин, я как раз не взял, было прикольно. Ага, и попался бы демон какой-нибудь. Это дух. Уезжаем отсюда? Да, выбрала дух. Да. Я тоже, все, уезжаем. Не, ну это 100% мы определили. Нет! Это не дух! Оно сразу светится, это не дух, мы ошиблись. А, нет, все, угадали. Не, нормально. Да, дух. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Ну-ка. Да, это был дух, 40 баксов. Так, за фотографии нам дали 20 баксов, за цель нам дали 10 баксов, за цель 1. Подожди, то, что мы определяем призрака, всего лишь 10 баксов, а почему так мало? Типа, первая цель определить призрака, 10 баксов. То есть, по сути, не обязательно определять призрака, за это ты минимум получишь. Нужно просто делать задание, выполнять задание, тогда ты будешь получать баксы. Фотографии, за фотографии тоже платят. Ну, всего лишь 40 баксов, в общем, заплатили. Маловато, но мы угадали, что это дух, плюс нам дали опыт. Скоро уже 7-й уровень будет, и это новые предметы. В общем, ребят, с вами был канал AlexPlay, PepperPlay и ParadoxPlay. Все ссылочки на ребят под видео под описанием. Обязательно подписывайтесь. Всем пока.